Олимпийский гламур. Сегодня известный модельер Куралай Нуркадилова показала парадную форму казахстанской сборной. Наш корреспондент Газиза Раймбек одна из первых не только увидела, но и примерила олимпийское обмундирование от кутюр. Прада, Джорджо Армани, Ральф Лорен, Стелла Маккартни. Именно в эти мировые бренды будут одеты спортсмены на летних Олимпийских играх, которые пройдут в Лондоне. Одежду для казахстанской сборной создала известный модельер Куралай Нуркадилова. Я смешала такие стили, как то, что используется уже давно, но редко, например, или вообще не использовалось нашими спортсменами, особенно, то есть никогда в жизни, в принципе, не использовалось на открытиях. Это смешение классических вещей, это классическая рубашка, галстук, брюки, обувь с курткой и кепкой. Модельер признается, что парадная олимпийская коллекция разработана на скорую руку, но от этого она не стала менее удобной и практичной. Оттенки лазурного под цвет казахстанского флага органично сочетаются с желтым. Практически на каждой вещи присутствует национальная символика и талисман Азиады 2011 «Барсик Ирби» в исполнении Куралай Нуркадиловой. То есть берем барсика и карабином пристегиваем к сумке, чтобы... Ну, не обязательно в руках его таскать. Лондонская коллекция получилась более совершенной как в качестве, так и в исполнении, чем пекинская в 2008 году, уверена модельер. Куралай уже запатентовала олимпийский принт и теперь планирует начать массовое производство для тех, кто желает почувствовать себя хоть чуточку олимпийцем. Газиза Раймбек, Сержан Жиренбаев, Первый канал Евразия.